когда ребенка было написано, да, не нужно слишком его. По-моему, оно называется «Финки или не нравится», да? И главное, я хотел отметить, по-моему, эти функции, две функции, которые в сумме там оценят право, они связаны с преобразованием жанра. Поскольку преобразование жанра на слуху, вот мы как-то обратим. Ну, я прошу внимание, хорошо, да. Дополнительная и основная функция, вы считаете, связаны? Ну, результат распространяется только на финитную функцию. Но без дополнительных ограничений на функции. Ну, можно экспоненциально убывающие, но без дополнительных ограничений на функции входящего уравнения. Не только чтобы сходились интегралы, там другие проблемы, там хвосты возникают, эти хвосты надо обрубить. Я привела результат, когда есть степенное убывание. Вот. Но там тоже. Там тоже... На бесконечности? Да. А на конечных интервалах, отрезках интервалов, которые применяются? Конечно, применимо, но, тогда интерес это не... Поведение же на бесконечности. Поведение же на бесконечности? Да, у меня же область неограниченная. В линейном случае ваши результаты переходят в некоторые содержательные результаты? Ну, я же сказала, сначала мы занимались получением точных оценок в случае линейных случаев. То, что у вас получение линейным. Конечно. Вы говорили про это, теорему Фрадмана-Ленделева. Конечно, естественно. Это обобщение идет в направлении уравнений.